Девчоночки, полюбуйтесь. Я что-то ничего не могу понять. А где голова-то? Садим без головы. Да ну тебя! Я так боюсь. Ну чего вы? Так, ну вот же голова. Вот глазик даже. Ой, какая же ты счастливая. Счастливая, что с работы ухожу. Надоело девке за гроши пухнуть. Зато теперь дома будешь на кухне пахать. И в постели. Поверь мне, это гораздо приятнее. Давайте, девчонки, вы тоже замуж все. А я тоже почти. Леха мой даже кольца купил. Угу. Это вот кому надо активизироваться. Варьке. Да-да. Да, Варь, сколько тебе уже? 25? Так, давайте-ка рассаживаться. Молодежь. Так. Давай. Я платочек. Стоп. Нельзя. Тогда мне вот сок. Сок можно. Какой тебе? Я. Ну что, празднуем? Светлана Михайловна, а вы присаживайтесь к нам. Это потом. Последний день сегодня. Ну, молодец. А ты мне нужна. Срочно. Начинайте без меня. Давайте, давайте, наливайте, а все? Завтра комиссия из Москвы будет. Вручай, Варюш. За ночь справишься? Я постараюсь, Светлана Михайловна. На фоне вашего города. Извините, я тороплюсь. Что за холодный прием? Между прочим, у самой Москвы. Простите, я на работу опоздала. Слушайте, а давайте сделаем так. Я отпрошу вас с работы, скажу, что я ваш жених. Прилетел в отпуск с горячей точки, а? Вы что, пьяный, что ли? Почему пьяный? Я вообще сомневаюсь, что вы где-то служили. Между прочим, у нас в Москве как на войне, честное слово. Вон, куча народу. Попросите, чтобы они вас сфотографировали. Ах ты, синий чулок. А где накладные за прошлый месяц? Где книга учета? Знаете, ну и бардак у вас, Светлана Михайловна. Да не волнуйтесь вы так, Вадим Саныч. Сейчас Варя придет, и я уверена, что у нее все в порядке. Как здесь жарко. Извините. Так, ну где ты ходишь, а? Вот. Тут все отчеты, накладные, к ним чеки. Все составила за последний квартал. А за остальной год краткий отчет. Ну вот. Молодец, Варюша. Учитесь у молодежи. Да я эту молодежь вот этими своими руками воспитала. Ты что такая смурная? Да не выспалась. Еще один утром так нахамил. Добрый день. Извините за опоздание. А вы что здесь делаете? Доброе утро, Игорь Андреевич. Здравствуйте, здравствуйте. Как там, в Москве погодка-то? Ну, да уж потеплее, чем здесь потеплее. Да. Прошу, прошу. Давайте посмотрим, посмотрим. Следы заметали, а? Так, Игорь Андреевич, ну что вы. У нас все в порядке. Вот сейчас и проверим, что у вас в порядке. Варвара Сергеевна. А? Варвара Сергеевна, у меня к вам остались вопросы. У меня сейчас еще две встречи. Но мне бы хотелось вернуться к нашей беседе по поводу ваших отчетов. Так вам лучше об этом со Светланой Михайловной поговорить? Ну, я на самом деле знаю, кто ведет дела. Послушайте, я просто помогала подготовиться к проверке, вот и все. Значит так, сегодня встречаемся в офисе, берите все документы. Нет, давайте, знаете как, давайте лучше в ресторане заодно и поужинаем. А у вас есть какое-нибудь тихое местечко, желательно с бесплатным Wi-Fi? Ну, здесь недалеко есть. Звездный ресторан называется. Вот, отлично, Звездный. В Звездном в 7. Пожалуйста, постарайтесь не опаздывать, ладно? Да. А... Thank you.
Игорь. Здравствуйте. Варенька. Добрый вечер. Вы простите, я немного опоздала. Ничего страшного. Слушайте, тут все такие нарядные. Лучше бы мы с вами в офисе остались. Нет, только не офис. Я бы там точно умер с голоду. Ну, заказали бы пиццу. Варенька, пожалуйста, ничего не доставайте. У нас еще очень много времени. Потом. Хорошо? Давайте что-нибудь закажем. Вы что-нибудь порекомендуете? Нет, вы знаете, я тут всего один раз была до этого. На юбилее маминой подруги, поэтому я буду просто кофе. Я дома перекусила. Молодой человек, можно вас? Вы готовы сделать заказ? Да. Нам фетучини с песто и две порции капрезе. Надеюсь, вы не против капрезе? Вы сейчас на каком языке говорили? На ресторанном. Ну ничего, пару раз с вами сходим, и вы все выучите. Кстати, мы можем перейти на «ты»? Мы ведь как-никак с вами ровесники. Ну, вы, конечно, можете называть на «ты», если вам удобно. А я... Вы все-таки наша проверка. Ну, проверка на сегодня точно закончена. А зачем мы сюда пришли? Ну как? Вкусно поесть, пообщаться. Ну, значит, у вас все-таки остались ко мне вопросы? Да, у меня есть вопрос. Как, например, такая молодая девушка, как вы, так хорошо разбирается в бухучете? Ну, может, потому что я синий чулок? Варенька, вы обиделись? Я же пошутил. Ну, просто мне стало обидно, что вы меня такого хорошего так решительно отшили. Я вам действительно не понравился, или вы так торопились на работу? Только не говорите, что вы замужем. Да нет, я не замужем. Ну, слава богу. Не обращайте внимания. Меня даже на работе называют Калугиной. Наверное, потому что я действительно немножко синий чулок. Ну, Калугина в итоге нашла своего мужчину. Ну, конечно же, Варенька, вы никакой не синий чулок. Вы умница и красавица. Просто такой девушке, как вы, очень трудно найти достойного парня. Да нет, это у нас на работе одни девчонки просто. А так у меня очень много знакомых парней. Среди них достойные, с хорошей работой. Здесь? Да. Например, менеджер хладокомбината с окладом в 200 евро. Так ведь не это главное. Главное, чтобы человек был порядочный. Варенька, порядочный человек никогда не подкатит такой девушке, как вы, пока не заработает свой первый миллион. Так что, я ужинаю с миллионером? Нет, но я на верном пути. Вот здесь я и живу. Какой же у вас замечательный город. Я так бы и остался здесь жить. Да нет, ты бы тут заскучал. У нас очень спокойно, событий мало. Ты счастлива здесь? Я? Ну да. У меня тут все. Мама, подруги. Нет, ну конечно, иногда мне хочется чего-то большего. Глупости говорю, да? Почему? Ты достойна самого лучшего. Ты правда так думаешь? Да. Ну, спасибо, что проводил. Я пойду, а то мама будет волноваться. Варенька, давай еще немного погуляем. Ну, пожалуйста. Мы позвоним твоей маме. Варь. А у тебя всегда так? Командировки, девочки-дурочки, которые ждут в каждом городе. А на утро ты о них даже не вспомнишь. Варь, такая умница. Говоришь такие глупости. Моя жизнь, ну, она такая предсказуемая, что ли. Деловые встречи, карьера, женщины, у которых вот здесь пустота. И вдруг ты такая настоящая, без этой фальшивой улыбки, без стремления понравиться каждому столбу. Не убегай от меня, Варя. Доброе утро. Я не заметил, как рассвело. И что теперь? Пойдем куда-нибудь позавтракаем. А потом покажешь ваш город.
потом ты уедешь, и все закончится. Ты забыла про мобильный телефон? Сегодня же вечером жду тебя романтическое СМС. И ты ответишь? Ну, конечно, что за вопрос? А потом? Потом я дождусь выходных. Приеду к тебе. Вообще было бы здорово, если бы ты жила в Москве. Я бы показывал тебе самые любимые места. В Москве? Да кому я там нужна, в этой Москве? Там таких, как я. Варь, ты необыкновенная. Потом ты сама говорила, что хочешь чего-то большего. Ты даешь, Варь. Вот так все бросить и поехать неизвестно куда? Ну почему неизвестно куда? Я еду в Москву работать. Но чем тебе здесь не работа? Ты меняешь хорошую фирму на какую-то шарашкину контору. А ну-ка, колись. У тебя что, там любовь, что ли? Ну, есть один парень, но... Варечка, я так за тебя рада, ну, наконец. Слушай, ты у него будешь жить? Да нет, ну что ты, мне дадут комнату от работы в общежитии. Ну не могу же я человеку приехать и так свалиться на шею. Ну да, согласна. Потом на всякий случай всегда нужно иметь запасной аэродром. Ну у меня там родственники есть дальние. Ну, на всякий случай. Понятно. Витуля! Давай, давай, кушать супчик стынет. Наташ, ну я же сказала, что я суп не буду. Ну как так, а? Витуль, ну я тебе тогда второе сразу положу. Надо мне второе, лучше чай мне горячий сделай, пожалуйста. Хотя не надо чая, я сок выпью. Ну, Марин Сан, ну скажите ей. Оставь ее, Наташ. У нее стресс. Стресс? Да. 6-й год в оркестре сидит. Мама. Молчу. Ой, Витуля, а может, ну его это пианино, а? Ну а что? Ну если Бог не дал, так что теперь? Можно и без этого хорошую работу найти, денежную. Вот у меня, например... Что ты сейчас сказала? Я говорю, дочка моя, вот она без высшего образования, а очень хорошо устроилась. То есть ты сейчас меня со своей дочерью сравниваешь? Меня с консерваторским образованием, лауреатку международных конкурсов? Успокойся, Рита, ну с кем ты разговариваешь? Ну она же ничего в музыке не понимает. Чего это я не понимаю в музыке? Очень даже понимаю. Хорошую музыку я очень даже уважаю, да. Я один раз даже была в опере, в Большом театре. И там оркестр играл, ну это вообще просто... А я, значит, плохо играю. Хуже этого оркестра, да? Рит, Наташа, успокойтесь. Это, конечно, не мое дело судить. Но я вот что хочу сказать. Я считаю, ну ежели уже до 30 лет-то вот не получилось вот это вот стучать, ну че лбом-то в стенку-то биться, а? Но время-то идет, а у вас-то ни мужа, ни деток. Пошла вон. Чего? Пошла вон! Марина Александровна, хорошо, я уйду. Знаете что, я вообще уйду от вас, понятно? Да. Только я посмотрю, кто у вас за 3 копейки вот так вот скакать-то перед вами будет, а? Платят 20 000, а хотят, как в лучших домах Лондона, еще слова им не скажи. Смотри, это 20 000 мало. Нет, вы посмотрите на нее, а? Живет в центре Москвы, на всем готовом, в отдельной комнате. Да ты поклониться должна за эту заботу. Ха, вот Ритка вам пусть и кланяется. А я-то что? Вы мне эту хату не дарили. А ты ждешь, пока мы тебе ее подарим, да? Вот!
До свидания. Иди отсюда, убирайся. Я ухожу. Я насовсем ухожу. Меня, между прочим, ваша соседка второй месяц уже зовет. И моя зарплата будет намного больше. Понятно? До свидания, милые дамы. Подыхайте здесь с голоду. Вы же даже картошку без меня сварить не сможете. Я ухожу. Все, иди. Навсегда. Иди. До свидания. Наконец-то тишина будет в доме. Ничего. Прогуляется. Придет прощения просить. Так. Подождите, ну как же я могла неправильно записать? Вот же распечатка сайта. Фирма Profit Job. Ну нету тут такой. Нет. Нету, ну... Ну вот список, вот смотрите. Даже вот номера офиса нет. Ну... Ну, что за контора? Кадровое агентство. Я через них устроилась на работу. И должна получить адрес, куда ехать. На работу? Да. Развели вас? В смысле? Да в прямом. Вы им деньги пересылали? Пересылала. Аванс за общежитие. Я говорю, развод. Подождите, ну как же развод? Они меня попросили отсканировать мой диплом. Отправить резюме. Не сразу ответили, потому что директор по кадрам принимал решение. Ну что, классно работают, значит? Алло. Алло. Игорь, привет, это Варя. Привет. Помнишь, ты когда-то сказал, что было бы здорово, если бы я приехала? Я здесь. В смысле, в Москве? Да, я в Москве. Ты не поверишь, со мной такое случилось. Я занят. У тебя что-то срочное? А? Занят? Варюш, я не могу сейчас говорить, я тебе попозже перезвоню. Да, конечно, буду ждать. Мадам, могу ночлежку устроить? 300 с бельем. Лады? Спасибо, не надо. Сопьешься, я тебя лечить не буду. Мамуль, не волнуйся. Это вместо ужина. Которого мы лишились, по твоей милости, на ближайшие 100 лет. Может, нам еду на дом заказать? Так все делают. На дом? Да. Мы что, миллионеры? Это будет не дороже, чем содержать домработницу. Ты что, заказала уже что-то? Я никого не жду. Может, это Наташа вернулась? Попросить прощения. Да это Бог. В глазок посмотри. Ага. Это Варя. Дочка Веры Куликовой. Ой, если бы вы знали, как я до вас добиралась. Ой. И надолго вы к нам? А? Ой, здрасте. Ой. А это вот к чаю.
Я все-таки не совсем понимаю, как можно так было все бросить, вот так просто взять и приехать? Мама говорила, что у вас там стабильная работа, жилье. Ну, я просто к одному человеку ехала. Думала, рад будет. Но он даже разговаривать со мной не захотел, трубку бросил. Маринка, ну вам же 17 лет. Как можно быть такой наивной? Да я теперь сама не понимаю. Ну, хорошо. Утро вечера мудренее. Я пойду вам постелю в комнате домработницы. А она как? Где будет спать? Она уехала. А завтра решим, что с вами делать. Спасибо. Как вкусно пахнет. Доброе утро. Доброе. Варя, что ты тут делаешь? Да я в магазин сбегала, решила завтрак приготовить. Молодец. А что это ты читаешь? А это объявление о работе. Вакансий так много и зарплата хорошая. Ну, это, наверное, для вас хорошая. А у нас здесь в Москве все дорого. Ты без прописки приличную работу здесь не найдешь. Ну, не найду приличную, пойду на неприличную. Ах, вот как? Какие у вас там свободные нравы. Рит, ну я не об этом говорила. Да ты так туманно выражаешься, Варь. Доброе утро. Доброе утро. Мамуль, а Варька тоже на панель собралась. Да. Рит, ну что за шутки? Нынче на панели от приезжих тоже не протолкнуть. Так что, Варвар, ты там не разбогатеешь. Так. И это что, можно все есть? Конечно. А кому я это все наготовила-то? Угощайтесь. Спасибо. Вам чай, кофе? Кофе нет, к сожалению. Я купила хороший. Да? Сейчас. Варь, я тут подумала, а может, поживешь у нас немножко? Да вы что? Тетя Марин, правда? Спасибо. Я сегодня же буду искать работу, чтобы вам меня долго не терпеть. Ну, если ты будешь нас кормить так каждое утро... Я потерплю. Здрасте, я по объявлению. Здрасте. Насчет работы. А прямо вторая дверь налево. Угу. Спасибо. Пожалуйста. У нашей компании головной офис находится в США. На что вы рассчитывали, придя на собеседование без уверенного английского? Я учила английский в школе. Окей. What types of credit letters did your company use? Это было давно. За 3 года одно место работы и 0 карьерного роста. По сути, вы были девочкой на побегушках у бухгалтера убыточного предприятия. Да я там всю отчетность вела. Мне Светлана Михайловна, наш главбух, почти всю текучку доверяла. А если я позвоню директору, он мне подтвердит это? Но это было не совсем официально. Ну вот. В общем, в следующий раз, когда вы захотите потратить чье-то время, я вам рекомендую подумать. Елена, да, Борис Аркадьевич. Хотел кое-что еще проверить. Да. Здравствуйте, вы к нам? Да. Девушка уже уходит. Вообще непонятно, зачем приходила. Опыта никакого. Да есть у меня опыт. Я лучше половины ваших сотрудников в бухгалтерии разбираюсь. Да вы что? Как интересно. Ну-ка, навскидку. В чем косяк? Ну вот, маржу как наценку посчитали. Делителем должна быть цена продажи, а не себестоимость.
Молодец. Правда, молодец? Приходите завтра на работу. Только сразу предупреждаю. Испытательный срок – месяц. Ну, в общем-то, как и везде. Елена Станиславовна, ну, оформляйте. Спасибо большое. Ну, это еще пока не за что. Добро пожаловать. Смел не утвердить тебя на следующий сезон. Сколько можно сидеть в оркестре? Выпей. Хочу. Он прекрасно знает, какого уровня ты исполнитель. Как тебя японцы принимали. Нет, это все интриги. Интриги. Прекрасно знают, что если ты станешь солисткой, его любовнице в консерватории делать нечего. Мама, все, хватит, у меня уже голова раскалывается. Он разве виноват, что я бездарность? Не смей так говорить. Сколько я сил на тебя потратила? А денег? Нет, я сама пойду. Я пойду к этому вашему дирижеру. Я знаю, какими фамилиями его припугнуть. Слава богу, у твоего отца были связи и остались. Сивапина связи уже на Ваганьковском кладбище. Не смей никуда ходить! Ну что? Можете меня поздравить? С чем это тебя поздравить? Меня на работу взяли. По специальности. Вот, учись. Ничего за душой. А пролезла, сумела. Значит, есть что-то за душой, раз пролезла. Тем более у Вареньки точно связи нет, да, Варь? Рит, да мне просто повезло. Чего ты оправдываешься? Взяли? Значит, заслужила. Иди режь торт, будем чай пить. Мамочка, а может, шампанского достанешь? Какое шампанское? Шампанское на Новый год. Ну, давай, давай, мам. Пошли. Шампанское? То. Пойдем, пойдем. Мне кусок оставьте. Она из какого-то богом забытого места. Это дальше, чем мой город. Я даже названия такого не знаю. В минуту нашла ошибку в моем отчете, и шеф тут же ее взял. Ну, ты же знаешь политику нашей компании, аванс доверия и все такое. Так что? Ушла, значит. Угу. Ну ничего, посмотрим, сколько продержится. Здрасте. А мне к Борису Яковлевичу назначено. Ждите. У него сейчас партнеры из Чикаго. Ладно. Пошла работать. Вы там подождите. Настасья, мы закончили. Ну, see you. Okay, thank you, Bob. Bye. Bye. Thank you. О, наша молодая поросль Варвара Куликова. Как настроение? Хорошее, здрасте. Ну, как говорится, с первым рабочим днем. Uh-huh. Ну, пойдем, представлю нашим. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, дамы и господа. Варвара Сергеевна, наш новый сотрудник. Прошу любить, жаловать, но не жаловаться и во всем помогать. Ну, каждого тебе представлять не буду, познакомишься в процессе. Прошу. Здрасте. Вот твое рабочее место. Присаживайся. Присаживайся, присаживайся. Посторонние разговоры и личные дела только во внерабочее время. За опоздание на работу на 10 минут. Штраф. Угу. Игорь Андреевич, например, в этом месяце лишился половины своей зарплаты. Борис Яковлевич, я, простите, я не спал всю ночь. Я готовился к встрече с ИПшниками. Достаточно. Меня интересуют только те объяснения, которые подтверждены справочкой, так сказать, из травмпункта. В остальных случаях прогул. И подготовьте, пожалуйста, отчет о проделанной работе к совещанию по кадрам. Всем, дорогие друзья, хорошего рабочего дня. Варя? Привет.
Так, где копии декларации физлиц? Где они? На столе у тебя, не кричи. На столе. Бардак. Псих. Так. Это надо обработать и подготовить отчет о кредитной задолженности. До завтра. Так много? Придется поднапрячься. Ну, как дела? Спасибо, все хорошо. Ты что-то хотел? Варя, ты здесь как? Из-за меня? Нет, это случайность. Ну, окей. Ну, то есть между нами никаких непоняток, да? Да, все в порядке. Друзья. Что? Ну, дружба. Да, конечно. Дружба. То есть, если что, не стесняйся. Будут вопросы, я тебе, конечно же, помогу. Настя. Чего ты здесь торчишь? Работу надо закончить. Настя, что случилось? Не твое дело! Настя, я могу тебе как-то помочь? Настя. Нет, не можешь. Настенька. Настя, что случилось? Позвони ему. Кому? Позвони Борису Яковлевичу и скажи, что ему нужно срочно приехать в офис. Я тебя очень прошу. Но ведь поздно. А почему ты сама не позвонишь? Потому что его жена прекрасно знает мой голос. Ну, пожалуйста, ну позвони ему. Давай номер. Алло. Здравствуйте. Вас беспокоит аудитор-стажер Варвара Куликова. Вы простите за столь поздний звонок, но Борис Яковлевич должен срочно приехать в офис. Нет, до утра это подождать не может. Хорошо. Сейчас приедет. По-моему, хорошая. Ну, хорошая, хорошая. Дай посмотрю еще. Да, Люд. После корпоратива мы тебя из этого платья не вытащим. Приложи. Ну, неплохо. Так, девчонки, все, до вечера. Всем удачи. Давай. Вот пригласители на корпоратив в честь дня рождения нашей компании. И... Спасибо тебе. Надеюсь, это между нами останется. Конечно. А еще шеф велел готовить приказ о твоем зачислении в штат. Поздравляю. Спасибо. Ну, до вечера. Смотри. Ты что, выиграла конкурс? Я не только выиграла конкурс, но моего Шопена включили в репертуар. Да ты что? Да. Риточка, я тебя
Поздравляю! Ой, какая же ты тут красивая! Угу. Вообще. А это что такое? А? Ого! Да. Приглашение на бухгалтерскую вечеринку? Звучит заманчиво. Да уж. А ты почему еще в тапочках, да и с тряпкой? Да я не хочу, я не пойду. Почему? Ну, не хочу. Во-первых, мне нечего надеть. А во-вторых? Ну, а во-вторых, там будет он. А мне его равнодушия на работе хватает. А он это кто? Ну, Игорь, помнишь, я тебе про него рассказывала? Парень, из-за которого я вроде как и переехала. А, ты с ним еще работать в одну фирму устроилась? Нет, ну это случайность. Угу. Нет, ну правда, он перед всеми делает вид, что мы не знакомы. Да ладно. Да нет, ну правда тяжело. Хотела уволиться, а силы воли не хватает. Что, из-за него увольняться? Да не дождется, как же. Давай так. Сейчас подберу тебе свое концертное платье какое-нибудь. Нет, Рит, правда, я не хочу просто. Что значит нет? Такая красотка будешь, что он не только вспомнит, Рит, как вы первый раз встретились, но и сразу же заговорит. Пойдем. Рит, я не пойду. Ты понимаешь, так, ты я не хочу, дело не в платье. Давай, выбирай. Алина, Роман, Виктор, я несколько слов, и мы продолжим. Извините, пожалуйста. Можно музыку потише? Спасибо. Друзья, поздравляю нашу великолепную, безусловно, разностороннюю компанию с днем рождения. Надеюсь, все оценили праздничный бонус в виде небольших премиальных. Конечно, хотелось бы отметить некоторых сотрудников. Это и бессменный финансовый директор Николай Васильевич. Поздравляю вас. Юрист от Бога Лариса Андреевна. Ну и, конечно же, наш новый, но очень перспективный сотрудник Варвара Куликова. Где Варвара? Нет Варвара. Я здесь. Есть, Варвара. Простите, пожалуйста, за опоздание. Ой, ну мы же сегодня не на работе, Варвара Куликова. Вид у вас великолепный. Впрочем, как и у всей прекрасной половины нашего замечательного коллектива. Присаживайтесь, пожалуйста, на свое нерабочее место. Смелее. Ну что же, друзья, в общем-то, я закончил. Давайте сдвинем градус вечеринки, только не как в прошлом году. Александр, музыку! Да, повеселение! Классное платье. Да? Спасибо, у сестры взяла. Хорошее. У тебя тоже очень красивое. Спасибо. А? Извините, тебе можно вас? Пригласи. Меня? На танец. Давай, давай, давай. Пойдем танцевать, Настя. Я для тебя, я для тебя, в каплях дождя. Привет. Блин. Люд, что случилось? Да вон. Ого. Ага. Я пойду поищу нитки с иголкой. Где ты их поищешь-то? Ну, где-нибудь. Спасибо тебе большое. Фух. Черт. Игорь. Елена Станиславовна, давайте в другой раз. Варя. Извини, мне некогда. Вставай, будем тебя зашивать. Нашла? Угу. Слушай, ну вот всегда знала, что не надо брать это китайское барахло. Вот, польстилась на красоту.
А может, надо было просто на размер больше взять? Но ты-то чего начинаешь? Нормальный у меня размер. Да нормальный. Повернись. И не дергайся, а то платье придется прям к тебе пришить. Так, не слушай. Ну не хохочи. Ну оно окончательно по шву разойдется. Прости, что испортил себе вечеринку. Ты что, я давно так не смеялась. О, да. Так, все, я опаздываю на автобус. Спасибо тебе огромное. Пока, спасибо. Пока. Варя. Тебя кто-нибудь встречает? Нет. Можно я тебя провожу? Мне нужно поговорить с тобой. Давай поговорим. Как же я люблю этот город. А ты скучаешь по дому? Ну, конечно, скучаю. У меня там мама, подруги все. А здесь никого. Нет, у меня есть родственники, они замечательные. Но все равно как-то чувствую себя здесь одинокой. Варь, ты прости меня, я наврал тебе. Наплел с три короба про свою суперкарьеру, про то, что практически миллионер. Я обычный менеджер, неудачник, который в 30 лет живет с родителями. А когда ты сказала, что приехала, я испугался. Испугался, что ты увидишь, какой я на самом деле. И начнешь меня ненавидеть. Послушай меня. Мне совершенно не важно, какая у тебя должность. И я не вижу ничего плохого в жизни с родителями. Я думаю, что они тобой гордятся. Увы, не так уж и гордятся. А я бы гордилась. Правда. Ты целеустремленный, обаятельный. Да у тебя все получится в жизни. Варька, когда ты так говоришь, у меня крылья вырастают. Мне кажется, что действительно у меня все-все-все получится. Главное, пообещай мне, что ты всегда будешь со мной. Правда? Правда, Варь. Марина Александровна, наверное, нас уже увидела. Она каждый вечер в окно смотрит и говорит, что это ее любимый вечерний сериал. А тетушка у тебя не из простых, такие-то хоромы. Ну, у нее муж был какой-то ученый, академик. На твоем месте я бы с ней не ссорился. Она прекрасная, правда, ворчит иногда. А дочка у нее Рита, талантливая пианистка. А хочешь, пойдем к ней на концерт? С тобой куда угодно. Ну... Мне пора. Спокойной ночи, Варенька. До завтра. Риточка! Рит, спасибо тебе большое! Рит! Маме ни слова. Как у тебя все прошло? Хорошо. Ритка! Ты представляешь? Не начальник, всякое такое. Поэтому со мной не общался. А на самом деле любит меня до сих пор. Рит, я такая счастливая. Я как дурочка, да? Нет. Нет?
Я сейчас себя впервые поймала на мысли, что я кому-то завидую.